Воровать и хулиганить стали больше, зато меньше южноуральцы попадают в аварии. В областной полиции подвели криминальные итоги полугодия. Преступлений стало больше, существенно. Скачок сразу на 20%, если сравнивать с прошлым годом. В общей сложности южноуральцы нарушили закон 35 тысяч раз. В большинстве случаев это мелкие кражи и хулиганство. А вот количество тяжких преступлений, наоборот, сократилось. Преступники стали цивилизованнее, отмечают в полиции. В два раза реже стали убивать и вымогать. Зато увеличились махинации в сфере экономики. Заседание завершили на позитивной цифре. На 15% сократилось число аварий с детьми.